Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем говорить об изменениях согласных в речи. Упрощение групп согласных. Непроизносимый согласный. В некоторых сочетаниях при соединении трех согласных один, обычно средний, выпадает. Так называемый непроизносимый согласный. Например, здравствуй, здравствуй. Выпадение согласного представлено в следующих сочетаниях. С-т-л произносится как с-л. Например, счастливый. С-т-н произносится как с-н. Например, лестница. З-д-н произносится как з-н. Например, поздний. З-д-ц произносится как с-ц. Например, под усцы. Н-д-ш произносится как н-ш. Например, ландшафт. Н-т-г произносится как НГ, например, рентген. НДЦ произносится как НЦ, например, голландцы. РДЦ произносится как РЦ, например, сердце. ЛНЦ произносится как НЦ, например, солнце. Не произносится также звук «й» между гласными, если после него стоит звук «и». Например, «ма-и-во» – «моего». В сочетании нескольких согласных возможно выпадение одного из согласных. Сравните «поздний» – опоздать, сердце, сердечко, пропагандистский, пропагандист. А теперь поставьте на паузу и напишите транскрипцию следующих слов. Транскрипция. Происшествие, происшествие. Звездный. Звездный. Здравствуйте. Здравствуйте. Чувства. Чувства. Поздно. Поздно. Лестница. Лестница. Ненастный. Ненастный. Капустный, капустный, яростный, яростный. Говорите по-русски правильно. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня!